Здорово всем, народ! С вами Рэпер Трейдер. Только что для вас записал торговлю. Фрагмент записал такой получасовой торговли для вас. Надеюсь, это видео будет для вас реально полезным. Вы сможете подчеркнуть некоторые нюансы, как я торгую. Поторговал, как обычно, по скальпингу. То есть, как это происходит? Я захожу, оцениваю валютные пары, как обычно. Вижу определенный коридор, где я могу там подзаработать. И начинаю в нем торговать. Смотрю, конечно же, нюансы всякие, где нужно там открыть сделку на минуту, где на 3. Смотрю общую тенденцию, как ведет себя график и торгую. В принципе, все. Вы могли заметить, что я торгую, да, ну, по определенной стратегии. То есть у меня есть одна стратегия, это скальпинг, это уровни поддержки и сопротивления, анализ, тренды. По трендам я не так часто, а в основном по скальпингу. Нахожу коридор и в нем торгую. Все, я для себя свою стратегию нашел. Мне не нужно там всякие, не знаю, индикаторы, куда-то там бегать, искать стратегию. Слава богу, за все уже время, за все года моей торговли, кучу всего перепробовал. Кучу слил денег, особенно на IQ Option, когда я начинал с IQ Option, кучу слил там денег. И вернулся к самой нормальной стратегии, к самой обычной, к самой простой и к самой действенной. Ну, в основном у меня все видео по этой стратегии. Некоторые я там снимаю так, чисто для разнообразия, чтобы вам что-то новое. То есть смотрите, находите для себя что-то полезное. Всем приятного просмотра!